Вышла долгожданная iOS 14.5 бета 2. Что же здесь было нового, какие были баги пофиксены и какая же у нас будет автономность? С вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. Итак, дорогие друзья, здесь есть некоторые нововведения, добавили там 227 новых эмодзи, где-то при закрытии, при блокировке iPad включался автоматический микрофон, и как бы там никаких таких нововведений ничего нету. Пофиксено багов было касаемо iPhone 12, это именно то, что зеленил немного экран. А так все на прежнем уровне. По тесту батареи, конечно же, я вам скажу все как всегда, в законных традициях, на следующий день спустя хотя бы 12 часов, и тогда можно уже отталкиваться, какая автономность, так сразу не скажешь. А сейчас давайте посмотрим на скорость работы открытия-закрытия приложений, выгружается ли вообще приложение с многозадачности, и посмотрим в разделе батареи, не фризит ли данное iOS. Поехали! Обзорчик был, ребятки, оцените его пальцем вверх, делитесь с вашими друзьями, знакомыми, близкими, чтобы они тоже могли ознакомиться с данной версией iOS. И вообще, в принципе, не советую ставить вам беты-версии, потому что это как бы сбор ошибок, немножко все-таки портится батарея из-за этого. И вообще, зачем оно вам надо, сталкиваться с какими-то проблемами? Если есть вот такой канал, как у меня, вы можете прекрасно с этим ознакомиться, посмотреть, сделать для себя выводы и уже на релиз обновляться вам или нет. Подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!